Всем привет! С вами я, Роман, и наш 17-й выпуск «В мире моделизма». Сегодня я хочу показать вам довольно интересную с технической точки зрения, да и так вообще, модель вот немецкого самолета Хенкель 177 Грипп. Вот. Данная модель была куплена мной еще пару лет назад в не совсем комплектном состоянии, то бишь из этого набора у нас нету вот этих двух истребителей. Вот. Ну, сам самолет есть, краски на месте, кисточка даже на месте, все есть. Вот. Ну, и давайте посмотрим, что же у нас здесь. Ну, на коробке у нас нарисован самолет. Здесь что-то написано на четырех языках. Вот. Ну, и здесь тоже что-то написано. Я, честно, не очень хорошо знаю иностранные языки, поэтому не могу разобраться, что написано на той стороне. Так, глянем, что внутри. Так, инструкция. Ну, инструкция у нас тут обрезанная. Видимо, предыдущий владелец этой модели решил ее продать отдельно от истребителей. И инструкции на истребитель шли, наверное, вместе с этой. Ну, здесь у нас краткое описание самолета. Тут используемые краски. Тут у нас списочек литников. Вот, и тут непосредственно сама уже инструкция. Инструкция вроде более-менее внятная, понятная. Я думаю, труда при сборке никакого такого особенного не составит, чтобы инструкцию понять. Вот. Как-то все это выглядит вот так. Вот. Пока не забыл сказать, этот самолет очень интересен с технической точки зрения, в том плане, что у него в каждой мотогондоле стояло по два паренных двигателя. Вот это такая техническая особенность. И вот дан всего один вариант окраски. Вот. Так, что у нас следующее тут есть? Это какой-то листочек с информацией. Калька и остаток, видимо, большой декали, которая здесь явно была. Здесь видно, что декаль обрезанная. Ну, декаль стандартная, ревеловская, неплохого качества, но с довольно толстой подложкой. Вполне возможно, будет серебриться. Но, с другой стороны, есть очень большое количество технички, что не может не радовать. Так, здесь у нас огромное количество красок. Краски, самое интересное, достались все, не только те, которые были нужны на этот самолет. То есть, те 6 красок, которые идут в комплекте, вот они есть. Так, кисточка. Ну, кисточка я зарешил, успел ее попользоваться. Кисточки, кстати, у Revel отличные. Очень рекомендую, если кто есть возможность приобретать, обязательно покупайте. Мазок аккуратный, ложат все классно. Не знаю, работать мне одно удовольствие, особенно если вы балуетесь покраской фигуры. Так, клей. Ну, стандартный Revel-овский клей тюбик. Довольно неплохой бонус. Вот. В принципе, мне этот клей понравился, когда я им работал. Так, что у нас здесь? Первый пакет. И в нем у нас лежит литник с крыльями. Ну, что видно? Полуматовый пластик, очень неплохого качества. Расшивка внутренняя, аккуратная, глубокая. Вот. Конечно, не помешает сделать смывку, но сделано все отлично. Внутри трянки ниж шасси тоже частично присутствуют, но их здесь почти не видно. Стыкуемость у модели, наверное, ну, на уровне всех моделей Revel очень хорошая. Так, вот он у нас литник со стеклом. Вот такое вот у нас стекло дано, весьма неплохое, весьма качественное, прозрачное, толщина везде одинаковая, недоливов и утяжек нету. Все отлично, действительно отлично. Мне лично нравится. Так, ну и последний пакет. Тут целая куча литников, скажем так, целое нагромождение. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь лежит. Так, ну вот он, маленький литничок с пилонами под, я так понимаю, крылатые ракеты или что-то, или самолет снаряда, который под низом должна была именно эта модификация А5, которая называется, нести. Вот какой-то он такой. Так, литник с элементами хвостового оперения. Видно, ну, модификация идет разная. И тут некоторые элементы пулеметных точек. Так, ладно. Так, ну, здесь у нас непосредственно
крышка бомбового отсека и элементы вот этих вот так называемых крылатых ракет, либо просто самолетов-снарядов. Вот, как-то так. Ну, тоже все открыто довольно качественно и неплохо. Так, вот тоже литник с элементами оперения, элементами кабины и прочего. Проработочка в кабине, я так понимаю, отличная. Вон все приборы есть, все как положено. Колеса отлиты, вообще замечательно. Ну, блин, смотришь, глаз радует. Действительно, хорошее качество модели. Очень хорошее. Вот. Так, здесь мы видим тоже элементы двигателей. Тут элементы винтов, там стойки 6. Бомбовый отсек особенно порадовал. Проработан просто замечательно. Ну, не знаю, ну, меня реально восхищает прямо эта модель. Уже не терпится ее взять и начать собирать. Модель действительно очень хорошая. Что хочу заметить, следов толкателей нигде, ни в одном месте, на видимых местах нету. Так, ну и последнее, это половинки фюзеляжа, где мы видим, что фюзеляж внутри очень хорошо проработан. То есть в тех местах, где будет видно, проработано все полностью. Также здесь табличка Revel, 2000 год. Видно, ну, видно сами прискорбно, в 2000 году сделаны. Ну, качество просто отличное. Расшивка внутрь, все классно. Ну, что могу сказать, модель очень хорошая. Если вам когда-то встретится и вы интересуетесь авиацией, обязательно купите, не пожалеете. Даже если это не ваша тематика, эта модель предоставит вам массу удовольствия. Вот, ну, насчет цены ничего сказать не могу. Данную модель я купил за 240 гривен в конце 2013 года. И тогда это составляло около 30 долларов. Вот, ну, стоит она своих денег? Я думаю, да. Вот, ну, на этом, наверное, мы будем заканчивать. Всего хорошего. С вами был я, Роман, наш 17-й выпуск Миремоделизма. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылки есть под видео. Пока.